Для того, чтобы странички у нас были такие красивые, винтажные, мы будем их тонировать кофе. Для этого нам понадобится кофе. Кофе можно выбрать самый-самый обычный. Вот, разводим густо, чтобы он был вот такой очень такой коричневый, насыщенный. Вот такого вот примерно, такой консистенции. Берем обычную губку и начинаем тонировать. Можно что-то вот подсветить. Ну, вот обычная пеленочка такая вот одноразовая, чтобы было удобно. И делается это вот так. Хорошо тонируем краешки. Для состаривания далее можно, когда немножечко подсохнет листочек, сделать какие-то вот такие капли небрежные, да, чтобы они высыхают, и они остаются вот таким вот, как будто кто-то когда-то лет 100 назад брызнул на них нечаянно кофейным напитком. И через много-много лет они оказались у вас. По краешкам аккуратненько все проходим, чтобы у нас не оставалось белых просветов. Вот наш листочек готов. Теперь нам нужно будет, если вы располагаете временем, вы раскладываете ваши листочки на какое-то пространство, да, которое вам не мешает, и оставляете их сушиться. Если вы там спешите, торопитесь, нужно высушить их феном. Это займет всего 2-3 минутки. Высушить их феном и далее прогладить утюгом. После того, как вы их высушили и прогладили, у вас получится вот такой вот вариант. Винтажный, красивый и пахнет кофе.